Adam. Будешь знать, кто там. Хорошо, что я доверяю тебе.
Ты послушал? Нет. Надо же было ему дергаться. Клятые колдуны. Ты в драной коллегии, да? Моя мать была из Каалов, но она ушла из деревни, и я родилась в Скайриме. Торговый корабль из Скайрима налетел на лед на побережье близ деревни. И Скаалы приютили выживших моряков. Мама полюбила одного из них и, в конце концов, уехала с ним в Скайрим. Он стал моим отцом. Увы, нет. Она умерла в Фолкрите, где родилась я. Я недавно разбирала мамины старые вещи и нашла ожерелье, которое отец подарил ей на свадьбу. Думаю, ей было бы приятно, если бы это ожерелье положили на ее могилу в Фолкрите, как знак ее бессмертной любви и великой жертвы. Если окажешься в Фолкрите, пожалуйста, отдай этот амулет жрецу Рунилу и скажи ему, что тебя послала я. Он поймет. Мне почти нечем тебя вознаградить, но когда исполнишь поручение, возвращайся, и я сделаю для тебя, что смогу. Спасибо, друг Скаалов. Но мать всегда говорила, что я была беспокойным ребенком. Душа моя действительно нигде не знала покоя, кроме как в бою. Какое-то время я была солдатом, потом наемником. Но счастья я не знала, пока не оказалась здесь. Да пребудут с тобой сила и храбрость. Фолкрит... А? Фолкрит привычен к войне. Чтобы это понять, надо просто прийти на кладбище. Морайн, говоришь? Как же давно я не слышал о ней. Если мне не изменяет память, она решила вернуться к сородичам на Солстейн. Я хорошо знал ее родителей. Бера и Ульфар были очень хорошими людьми. А как они любили друг друга. Что же я могу сделать для малышки Моруэн? А, серебряное ожерелье Беры. Ульфар подарил ей его на свадьбу. И она его почти не снимала. Я с радостью выполню эту просьбу. Как трогательно вернуть знак любви владельцу после смерти. Скажи Моруэн, что я буду счастлив ей помочь. Уверен, ее мать и отец возрадуются, гуляя по Этериусу. Моя мать была из Каалов, но она ушла из деревни, и я родилась в Скайриме. Благодаря тебе у меня стало тепло на сердце.
Я твоя должница. Прошу, прими это в знак благодарности. Ты снова поступаешь как истинный друг Скаалов. Зайдем в дом или в пещеру, хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Боюсь подумать, что бы было, если бы я остался в плену эльфов. Спасибо тебе. Ну, сначала нужен, собственно, Сталгрим, а потом его нужно обработать. При помощи терпения и умения. Очень похоже на работу с эбонитом. Да, я бы сказал, если умеешь работать с эбонитом, то со Сталгримом у тебя проблем не будет. Погляди! Да хранит тебя крепкая сталь! Думаешь, никто не заметил? Думаешь, никто не заметил? Думаешь, никто не заметил? Погляди.
Кто там?